Вот сделал обратник с укороченным штоком под работу одной рукой. Ход штока 18 сантиметров, сам грузик 8 сантиметров. Иногда надо чуть-чуть дернуть, ход штока большой не нужен, это раз. Во-вторых, когда работаем вот такими маленькими грибочками, не всегда надо выворачивать металл, а чуть-чуть поддернуть. Он как раз будет нормальным. Не обязательно ж нам выдергивать, а именно вот так, коротким ходом, потихонечку, чуть-чуть тынь-тынь-тынь вверх, и все получится. То же самое справедливо и для холодного клея. Для чего здесь у меня термоусадка? Диаметр тока гораздо меньше, чем диаметр отверстия в грузике. Компенсировал вот эти все люфты термоусадочкой. 3 или 4 слоя одел, и он более-менее комфортно вот двигается. Теперь возможности расширились. У меня есть короткий шток, средний, это родной, который был на нем, и подлиннее. 3 грузика, начиная 350, 550 и 850 грамм. Гораздо удобнее и комфортнее стало работать. Тельняшку почему это делаю? Более наглядно видно. Несмотря на то, что насадочка здесь малюсенькая. Явно видно, что клей работает. Вот такой вот маленький однорукий молоток очень удобен для каких-то мелких тонких работ. Удобнее встать подальше, прицелиться. Потихоньку поднял. Так, если надо, выдернуть резкий удар. А если большой грибок, вообще не вопрос. 15-миллиметровый. Линии сошлись. А когда надо поправить, чуть приклеил. Когда надо объем побольше, можно поставить либо шток длиннее, либо немножко подержать клей. Для наглядности тот же самый грибок, что мы с вами видели. Тот же самый груз, но длинный шток. Как говорится, комментарии излишние. Вот еще один пример. Вот шишка раз, вот шишка два. Вот так. Вот там считаем до 10. Как мы видим, вот линии сходятся явно. Возьмем вот здесь, в этом месте. Результат виден. Таким образом, очень удобно варьировать длиной штока, грузиком и разными насадками. Когда есть ассортимент, чем работать, это всегда создает удобство в работе и качество работы.